что у нас уходит из раствора. Так, что у нас уходит из раствора? Запишем. Сокращенное ионное. Уходит 2 с плюсом. Да. Плюс 2 у нас плюсом. Итак, ребята, вот мы с вами записали уравнение. Молекулярное уравнение той реакции, которую просмотрели, полное и сокращенное ионное. Объясните, пожалуйста, в чем суть этой реакции? Как вы думаете? В чем же суть этой химической? Да, что? Образование нового вещества. В чем сущность реакции можно сказать? Образование новой соли. Да, ну, действительно, в образовании новой соли и нового основания, да? И нового основания. А как эти вещества образуются? Как образуется новая соль и новое основание? То есть сущность заключается в обмене ионами. Вот, правильная мысль. Итак, значит, сущность данной химической реакции заключается в обмене ионами между реагирующими веществами. Между реагирующими веществами. В обмене ионами между реагирующими веществами. Итак, вот такие реакции называются ионно-обменные реакции. Вот то, что мы сейчас с вами посмотрели, это ионно-обменная реакция. Царь зовет к себе стрельца, удалого молодца, и дает ему поручение государственного значения. Чтоб я стал опять богат, нужен борец рифат. Ночь даю тебе подумать, утром буду ждать доклад. Не смотрешь, кого винить, должен я тебя казнить. Запиши себе название, чтоб со страхом не забыть. Запишите, чтоб со страхом не забыть. Нужно получить что? Сульфат бария. Итак, ребята, запишите себе лоточки. Вот из того, что там есть, попробуйте получить сульфат бария. А я посмотрю, кого миловать, а кого хотите. Так, ну. Быстрее, быстрее. Время мало. Не помню, как работать с кислотой. Очень осторожно на платочках. Пожалуйста, не проливайте кислоту. Так, все, здесь вот уже готово. Да, выручает меня опять богатым дом. Так, у вас? Так, здесь не вижу. Так, руки трясутся, почему? Так, что там получилось? Ничего пока не вижу. Так, у вас? Как Борис, забейте все себе. Итак, заканчиваем работу. Так, что у вас, Чень? Забей, да?